Сегодня Хэллоуин, готовимся. Уже вечер, вот столько конфет. Сейчас все положим в эту большую бочку. Ну, это не бочка, это пластиковая такая, как бы большой котел. Все собери в одну кучу, Сабрин. Все этот, все проект собери в одну кучу. Миксер. Что у нас тут, Сабрин? Миксер. Всякие вкусные конфетки. Что у нас тут еще есть? Сейчас мне надо все перемешать. Сегодня красивый закат. Смотрите, как хорошо они придумали. Божечка, ты видишь, что там над домом? Мультики. Вообще класс. Из-за ковида люди просто вытаскивают миски с конфетами. Люди не рискуют встречаться с посторонними. Ну что, уже есть конфеты? Прогресс есть? Показывай. У тебя есть? I chose a small bag because I usually don't get that much. Пикачу. Мам! Мам!
Sorry. No. This guy looks weird. Look at his pepperoni. Класс. Идем. Где? Где Луна? Подожди, Сабринка. Сабрина воет на Луну. Ну-ка, посмотри сюда. Какие глаза класснёвские. Сабринка всегда здесь падает, поэтому в этот раз, надеюсь, осторожно будет и не упадет. Возвращаемся домой. Домой тут полно конфет. Ежегодная традиция у нас — подсчет улова, подсчет конфет. Сколько бород? I have 57 candies. So do I. So we have a tie this year. Well, Julio, you have a tie this year. I have 57. He has 57. Сабрина распасовывается в продуктовом магазине. My most favorites are the Whoppers. There's the Twix and the Skittles. I love those. Видишь, как много. Столько лишнего осталось. Вот что значит коронавирус. Look at how much candy we had left. Ноги жалуются. Вообще почти все. This bag is gonna be enough for all the candy.